Всем привет, дорогие друзья, с вами Дейкман. И сегодня, дорогие друзья, мы сыграем в устаревшую версию Plants vs. Zombies. Самая старая версия. Не могу поверить, я ее очень долго искал, я наконец-то ее нашел. Решил поностальгировать и заодно записать ролик. За Дейкман, блин. Так, короче, будем проходить сегодня ее. Так, играть. Старый добрый саундтрек, который, к сожалению, был удален из игры, так же, как и остальные. Два саундтрека удалили в последующих версиях, а то есть только обычные. Ну, к сожалению. Что ж, посмотрим. Пропустим. Может, это не самое устаревшее, но... Я, если честно, ее вообще первый раз запускаю. Кнопки ускорения нет. Это точно старая версия. Очень старая версия. Очень. Солнце 25 только. Что я скачал? Что ж. Посмотрим. Где зомби? А, вот он идет. Не могу поверить. Я даже не знал, что солнце было сначала по 25. В обычной Plants vs. Zombies самые первые части, они были по 25. А в Plants vs. Zombies 2 всегда по 50. Но я этого не ожидал. Что ж. Интересно очень. Капец. Нам еще предстоит много чего узнать. Здесь растения невозможно повышать до уровней. Также здесь невозможно. Здесь нету квестов, короче. Здесь только Древний Египет, кстати, пиратские моря и Дикий Запад. Только три мира. Если, конечно, не ошибаюсь, здесь, наверное, два. Ну, еще посмотрим. И здесь карты, наверное, старые. Очень старые. Так. Мы уже достаточно посадили неплохо горохострелы, только не на всех линиях, к сожалению. Так. Посадим сюда горохострельчик. Интересно очень. Конусоголовый. А, кстати, подождите. Вот. Так. Добивайте конусоголового. Отлично. Так, картофельную мину. Так. Давайте скорее. Я уже хочу посмотреть на карту. Не могу понять. Такая древняя версия. О, точно древняя. Капец. Очень древняя. Что ж. Финальная волна. Так, сейчас мы уничтожим конусоголового и наконец-то посмотрим, как изменилось ПВЗ и каким оно было. А вот и горячий соус. Горячий. Какой горячий? Острый. Блин. Привет, сосед. Я могу взять этот горячий соус? Какой горячий, острый соус? Да пофиг. Короче. Все, я точно переводить не смогу, хоть я и знаю English, но все переводить смогу. Тем более, что я это делал в своих прошлых геймплеях, так что
Точно никому переводить ничего не надо. Сейчас мы, короче, переместимся в Древний Египет. Добро пожаловать в Древний Египет. Так. Ну, круто. Погнали, короче. Вот наши зомбаки. Так. Все время я палец подвожу рядом с кнопкой паузы, потому что там всегда стояло ускорение. Я всегда хотел пройти быстро уровни. Что ж, здесь такого не удастся сделать. Так, мина. Угу, так. Солнышко. Так, давай, давай, солнце. Вижу. Зомбира. В старой версии у него запоздалая реакция. В новых версиях, когда солнце только появляется, он сразу его перемещает. Не успеваешь даже среагировать. А тут даже очень соображаешь. Умри, наконец-то. Так. Так, там еще зомби идет. Давайте солнце. И как же тут медленно солнце копится? Я к этому вообще не привык. Да, я совсем недавно играл в самую последнюю версию. Да уж. Старая версия меняется тем, что саундтреки классные были, да всплыли, их удалили. Я, кстати, не понял, напишите в комментариях, почему, я так и не понял до сих пор, почему их именно удалили. Также, что еще убрали? Зомби-йети убрали, к сожалению. Из квестов убрали. Растения некоторые. Ну, бывает. Зомбира еще идет. Так. Отлично. Большая, огромная волна зомби. Финально. И, кстати, здесь... Огромная волна зомби, когда написано, она довольно долго стоит. В последующих версиях она быстро исчезала и сразу финальная волна, а тут она не очень быстро. Что ж, давайте мне карту скорее. Я хочу посмотреть, какое было растение против зомби. А вот и карта. Деньги, 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 мани, мани, мани. О, вот он, старый портал. Помню, когда я играл в Plants vs. Zombies. А вот, совершенно. Хорошие новости. Мумии, пираты и так далее. Короче, погнали. Капец, вот. А вот до сих пор Far Future нет. Вот какое было растение против зомби до появления далекого будущего. Ладно, Древний Египет. Тут еще звездочки были. Угу. Подождите. Ого, вау. Вот как выглядела старая Plants vs. Zombies. Когда она только вышла. Я скачал самую древнюю Plants vs. Zombies. Ладно, погнали. Так, здесь будут нас учить, как использовать удобрение
для растения на растение. О! Да, видно, анимация тоже изменилась. В последующих версиях была другая анимация. У этого горохострела. Когда его удобрением поливали. Поливали. На. Промазал. Давай уже убивай его скорей. Моё. Интересно, были ли тут платные растения, хочу проверить. Или их тут вообще не было? Подсолнухи. Где он? Давай, пали по нему. Трех острел. Да, сюда мину, пожалуй. Поставлю. Ведроголовый. Тупоголовый, без обид, собачий. Баба. Так. Забира. Давай. Удобрение мне нужно. Да уж, отвык я от этого. У меня горохострелы второго уровня, зомби быстро убивают. А тут они очень долго убивают. Я капец отвык от старой версии. Все отвыкли. Что ж. Все же как круто, что я ее нашел. Можно поностальгировать. Первый раз я ее играл, когда к своему другу Данилу пошел в гости. Мы с ним сидели, играли. Я первый раз тогда в нее поиграл. Именно во вторую часть. В первую-то я совсем давно играл. Так. Запустим мину. Делаем комбо. Но мне эта анимация почему-то больше нравится. Кача на пульта. Буду ее использовать, так как она наносит урона гораздо больше, чем обычный горохострел. Эта игра ведь еще и сложнее. Так, так. Подождите. О, вот. Посмотрим на альманах. Вот, кстати, в старой версии, я помню, было, не показывались растения. А, ну тут все же есть растения за реальные деньги. Не очень хочется мне. Ха-ха. Тут раньше была все же версия гораздо лучше, потому что даже описывалось, в каком году и что происходит. Написано... Век 1679 год, золотой век пиратства, зомби-пиратства. Удерживай твою палубу закрытой и растения. Короче.
Не дайте зомбарям сожрать ваши мозги и удержите вашу палубу. Ар. Погнали на третий левел. Здесь у нас что? О, покупаем удобрение. Эту версию, наверное, будет... А, не, её нелегко взломать. Я же её не с Play Market скачал. С Play Market старые версии невозможно скачать. Хрен найдешь. Так. Можно, наконец-то, опробовать качану пульт. Где зомби? На, выкуси. Так. Так. Зомби, подходи скорее. Устал тебя ждать уже. Давай. Качану не подведи. А, и капуста у нее была маленькая. В других версиях у нее капуста гораздо больше. Так. А, не вижу этого зомби. Ра. Его надо сбить срочно. Давайте качаем на пульт. Ломайте их. Ломайте зомби. Ну и горох остался для помощи. Вижу остальных зомби. Сейчас будем обороняться по полной программе. Хедшот. А, все равно сейчас мне дадут удобрение, так что можно и воспользоваться удобрением. Стена орешек. Давайте еще раз. Yes. Давайте прям хлебальник ему пропишите. Ведроголовый. Давайте убейте его. На. О, удобно. Красава. Взорвался, молодец. Ты тоже желательно взорвись. Да. Раз, два. И тебя. Она больше дает солнце, когда ее улучшает под солнцем. Да. Странно говорим, ну ладно. Давно я эти ключи не получал. Они были самой первой версии, которую я как раз сейчас и играю. Мозгооткрыватель. Так, о, цветоранг. Я хочу цветоранг.
О, круто. У меня есть теперь цветаран. О, я знаю этот уровень. Как раз на этом уровне будет саундтрек, который удалили. Можно поностальгировать. Окей. Да уж, давно я не слышал в этой игре. Так, сюда цветоранг. Так, эту линию надо защитить. Давай, цветаник, справишься. Желательно качать на пульт, чтобы он... О, прилетели сюда. Этого мне не хватало. Убей же его, цветаник, ты можешь. Давай, давай, давай. Не подходи. Я, красав. Ой, да ну. Вот и все проблемы решены. Конечно, все, но решены. Давай, хедшотом крутишь. Мне нужно удобрение. Ой, блин. Как же не хватает почему пульта на последней линии. На. Так, точно мимо. О, еще удобрение сейчас будет у меня. Могилу уничтожим. Прекрасно. Ну, давайте, уничтожьте ее, посмотрите. Красавчик. Орех, стена. Орех. Так. Молодец. Наконец-то. Оп-оп-оп. Оп. 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 Четко. Так же четко, как этот орех. Звезда. Так, отлично, у меня звезда. Следующий уровень. А какой следующего? Так, ну окей. Еще последний уровень, на этом закончим выпуск. День четвертый. Я так еще понимаю, что в этой версии нету доктора Зомбаса. Ничего, в последующей версии он появится. Вот он, вижу его. Так. Могилоедов не хватает очень. Так, вижу зомби, давайте, мне нужно кочанок. Так.
всегда качаную плиту. Вот качаная плита. Мусоголовый. Бейте его. Тут не хватает солнца. Так, спасибо. Так. Сюда используем кочанок. О! Зомби-верблюды. Точнее, зомби с досками верблюда. Ну пофиг, их так называют. Зомби с верблюдами. Да, и цветоранг не помешает. Как раз и создан, чтобы бороться с ними. Ломай их полностью. Неплохо мы уже подсадили сюда цветоранга. На еще кочану. И это еще не конец. Длинный выпуск получится. Ну ладно, что страшного. Так, финальная волна у нас сейчас будет. Раз, два и три. Так. Еще идут. Давайте. Все, надеюсь, это все. Да, ловите. Идеалити. О! Отлично. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Мы продолжим в следующем выпуске. Всем удачи, всем пока.